работы в этом проекте я получила премию 20 миллионов, 1000 долларов, ездила на конференции менеджеров в Египте, ну и, конечно же, получаю удовольствие с каждым днем. Ну и я хочу спросить у вас, вообще вот, кому нужны деньги, кто пришел именно зарабатывать деньги в онлайн-проекте «Территория роста»? Потому что этот проект дает нам возможность заработать столько, сколько вы сами этого захотите. Этот проект дает нам реально столько навыков и шансов для реализации своих мечт. И что же вообще? Ксения, Ирина, отлично, девчонки, на самом деле вы в нужном месте и в нужное время. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем запустить собственный бизнес на готовой платформе от компании Oriflame. Это, конечно же, пассивный доход. То есть выход на пенсию зависит только от вас. Только вот вы сами себе можете сказать «стоп». И скажете «стоп» только тогда, когда у вас будет реально достаточно денег. Денег для того, чтобы путешествовать и наслаждаться жизнью. Это, конечно же, растущая прибыль. Вы «стоп» говорите сами себе. Ваш доход от вашего темпа работы постоянно увеличивается и постоянно растет. Ни регистрация, ни начало работы вас ни к чему не обязывает. Вы ни за что здесь не платите, вы никому ничего не должны. Вы можете выйти на, именно за полгода, за год на доход от 1000 долларов и выше, если вы будете идти четко по нашей готовой системе. Системе, которая реально разработана нашими топовыми лидерами. Система, которая уже дает классные результаты. А в чем же суть вообще нашего онлайн-проекта «Территория роста»? Ну, это, конечно же, первое – это регистрация. То есть вы регистрируетесь в наш проект, регистрируетесь, после чего активируетесь в нашем проекте. Для чего это надо? Первое – это, ну, вы пришли в наш проект, да, и если ваш магазин не будет активнее, вы не сможете дальше вообще реализовывать дальнейшие ваши действия. Если ваш магазин не будет активнее, вы не сможете дальше людям рассказать, как вообще, ну, как разместить заказ. То есть, прежде всего, вы должны сами активироваться в своем онлайн-проекте, разместить любой заказ. Это, конечно же, бесплатная регистрация, и выбирайте именно тот метод рекрутирования, который вам принесет этот результат. У нас есть очень много методов рекрутирования. Это работа в Одноклассниках, в ВКонтакте, работа в Инстаграме, да, по резюме. То есть вы выбираете именно тот метод, которым вам проще, которым вам больше нравится работать. И работаете. Если не работает у вас этот метод, да, выбираете другой и дальше работаете. То есть здесь остановиться нереально. Останавливаетесь вы только тогда, когда сами себе говорите, ну что, надоело, да, там что-то там не хочу. На самом деле, компания и наш проект дает возможность. У нас каждый день какие-то обучения проходят для того, чтобы вы реализовывались как личность, чтобы вы изучали разные методы работы. Тем самым вы находите новых партнеров, то есть тех людей, которые тоже хотят строить бизнес, тех людей, которые настроены именно на зарабатывание денег, настроены на классные перспективы, на классное будущее. Партнеры – это не просто те люди, которые пришли в ваш проект, просто зарегистрировались и сидят, и ничего не делают. Партнеры – это те люди, которые постоянно вас толкают, толкают вас в спину. И, конечно же, те люди, которые делают 150 плюс 1, которые регистрируют людей, находят тоже новых партнеров, которые регистрируют тоже людей в свою команду. Ну, конечно же, вы строите свою структуру. Все ваши действия, они дублицируемы. То есть все люди, которые к вам приходят в этом проекте, они повторяют все ваши действия, вы растете по лестнице успеха, и, конечно, вы становитесь успешными. Вы один никогда не сможете построить классный, быстро растущий бизнес. Один человек, он поле не воин, как говорится. Все делается командой. А что же дает вообще наш проект? И что такое бизнес компании Oriflame? Очень часто мы сталкиваемся с тем понятием, что нам говорят, ой, Oriflame, да мы знаем, это там ходить с каталогами, кому-то там что-то втюхивать, навязывать. Нет, ребят, это уже не тот Oriflame. Это Oriflame, который на самом деле не требует стартового капитала. Этот Oriflame, который нам дает бизнес,
который нам дает именно ту платформу для реализации, ту платформу, когда вы реально понимаете, что здесь вы зарабатываете классные деньги. Но прежде всего это, да, вы не влаживаетесь. Вам не надо платить для того, чтобы арендовать какое-то помещение, да, для того, чтобы потом продавать. Вам не надо закупать что-то, потом продавать. Вам не надо, да вам вообще ни за что платить не надо. Вам главное прийти и активироваться в своем онлайн-проекте и начать делать ежедневные действия. Второе, это нет финансового риска, да, как я уже сказала, вам не надо платить ни экономистам, там, ни бухгалтерам, ни за доставку. Это все на себя берет компания. Здесь очень гибкий график работы, то есть здесь вы только сами себе можете определить, когда вам работать и сколько вам работать. Здесь 17 зарплат в год, не 12, как на госработе, а 17. Вы получаете 17 раз свою зарплату. Это премии в долларах по курсу Нацбанка. То есть компания за то, что вы работаете, она не только вам платит за товарооборот вашего интернет-магазина, да, либо за личный товарооборот. Компания вам еще платит премии в добавок к тому, что вы еще и получаете за товарооборот. И эти премии выплачиваются по курсу Нацбанка. Обучение в процессе работы. То есть вам не надо работать, учиться 5 лет для того, чтобы потом пойти работать. Здесь вы обучаетесь именно тогда, когда вы работаете. И во время того, когда вы работаете. Здесь не требуется специальность. То есть здесь вы на самом деле можете прийти и в 17 лет, и в 65. Здесь вы можете прийти, когда вы работаете там, кассиром, бухгалтером, экономистом. Да? То есть здесь не важно, кем вы работали до этого, либо кем вы работаете на данный момент. Здесь главное слово это что... тоже делать что-то, да, потому что никогда не будут платить вам за просто так. Вот вы пришли, сели на диван, да, и вам за это заплатили. Нет, ребят, но здесь тоже надо что-то делать. Здесь надо просто организовывать товарооборот. Способность совмещать. Это очень хорошая перспектива. Почему? Потому что неважно, где вы сейчас находитесь. Вот сейчас вы сидите дома, да, с семьей. Завтра вы решили поехать путешествовать сюда и съездить за границу. Но при этом... ноутбук у вас всегда, телефон, да, всегда у вас в кармане. То есть в любой момент вы можете зайти, сделать рассылочки, пригласить своих знакомых, да, проинформировать своих, там, своих партнеров. И, конечно же, вы работаете. Неважно, где вы находитесь, вы тоже там работаете. Главное желание. Это, конечно же, финансовая перспектива без ограничений. То есть зарплата, лестница успеха у нас очень большая. Именно маркетинг-план нам позволяет зарабатывать, конечно же, от 1000 долларов и выше. Премия 1000 долларов и заработок, да, в этом районе, это минимально, что компания вам платит. То есть звание директор – это минимум, который вы можете достичь именно по нашей лестнице успеха. Конечно же, это личностный рост и творческий характер работы. Это признание на мировом уровне. Это отпуск, оплаченный самой компанией. Вам не надо откладывать целый год по 10 долларов, там, по 100 долларов для того, чтобы потом в конце года, да, либо в отпуске съездить куда-то с семьей отдохнуть на несколько дней. Это все делает за вас компания. То есть вы классно поработали, классно отдохните. Компания очень большие деньги платит именно в поощрение тем людям, которые классно себя зарекомендовывают. Те люди, которые растут, те люди, которые находят себе очень много партнеров, да, и которые реально людям рассказывают и говорят о том, что здесь можно зарабатывать. Здесь очень много подарков, но, конечно же, это свобода. Свобода для каждого человека – это самое главное. Почему? Потому что, когда мы ходим на государственную работу, мы себя ограничиваем. В чем? Вот нам надо с 8 до 5 пойти отработать, для того, чтобы заработать эти копейки, да, 3, там, 4 миллиона, ну, только 5, 6, неважно. Но вам для этого надо встать и 8 часов пойти. И от 5 отсидеть, от звонка до звонка. Прийти домой, да, и у вас правильно, у вас стабильность. Какая стабильность? Вы стабильно зарабатываете там 3, 4, 6 миллионов. Но вы же хотите свободу, вы же хотите в любой момент отлучиться и пойти к ребенку, да, на праздник, съездить с мужем куда-то отдохнуть, да, там. Вы не зависите от начальников, здесь вы сами себе хозяин, и вы сами себе можете распределить, когда вам встать, во сколько вам встать, когда вам куда-то сходить. И это самое главное, свободу не купишь ни за какие деньги. Именно свободу нам предоставляет наш онлайн-проект «Территория роста». Кроме этого, это, конечно же, путешествия.
И преимущество нашего проекта, онлайн-проекта «Территория роста» – это, конечно же, быстро растущий доход. Если вы идете четко по нашей системе, вы через 3-4 каталога доходите до уровня директора, в течение года вы открываете звание «Золотой директор», да, с доходом от 200 тысяч долларов. И плюс к этому премиями, одними премиями, получаете 4 тысячи долларов. Ребят, ну неужели не стоит поработать, реально полгода отдать, вот что-то сделать, отделать для того, чтобы потом зарабатывать такие классные деньги? Это, конечно же, путешествия, поездки в европейские страны за счет нашей компании несколько раз в год. Это, конечно же, собственное жилье. Каждый из нас сам о чем-то мечтает, да? Когда вы приходите в наш проект, вы о чем-то мечтаете, то, что не позволяет осуществить ваша работа, да, либо ваши сегодняшние обстоятельства. Кто-то мечтает о квартире, кто-то мечтает о загородном доме, кто-то мечтает о свободе, кто-то о машине, да? Кто-то реально о путешествиях. Вот. И этот проект нам дает эту возможность. Главное сейчас вот это вот все взять, применить и сделать. Наш самый обалденный, самый быстро растущий проект. Это банкет директоров 2 раза в год за счет нашей компании. Где компания полностью за вас все оплачивает. Ваша задача просто купить билет до аэропорта, да, и наслаждаться этим шикарным путешествием. Все мы приходим и ходим, в принципе, в магазин, да, в супермаркеты. Но сейчас наша задача, наша с вами задача, это превратить косметику в деньги. Правильно, мы только от нас зависит, куда мы пойдем покупать там шампунь, гель, там, что ли, туалетные водички, да, либо что-то из детской серии, из мужской, но превратите косметику в деньги. Это новый подход, новые возможности от нашей компании. Покупая и переведя все продукты, все как бы покупки в свой личный онлайн-магазин и рассказаться об этом своим знакомым, вы тем самым растете по карьерной лестнице. В чем же наша задача? Наша задача – это открыть свой собственный онлайн-магазин. Новый Арифлейм – это, конечно же, покупать только то, что нужно только вам. Здесь не надо продавать, не надо здесь продавать. Вы просто покупаете только то, что вам необходимо. То же самое, для того, чтобы активировать свой интернет-магазин, вам не надо закупать продукцию для того, чтобы потом ходить по соседям и по знакомым и продавать эту продукцию. Не надо, ребята. Вы заходите в ванну и смотрите, что у вас закончилось. Либо это зубная паста, либо это зубная щетка, либо это там, у мужа туалетная водичка, там, пена для бритья, да, у ребеночка что-то закончилось. Берете только то, что вам необходимо. Обучаетесь, это, конечно, когда вам удобно. У нас очень много видео, у нас очень много вебинаров. Вебинары у нас проходят почти каждый день. Есть какие-то письма на электронную почту, которую высылают. То есть вы обучаетесь именно тогда, когда вам удобно. Вы работаете в интернете с дома. То есть это, как я уже, да, ранее говорила, у нас есть готовая система работы, специально разработанная лидерами. И вы просто придерживаетесь этой системе, и классно, и очень быстро растете. Вы достигаете за 6-12 месяцев работы при занятости 3-4 часа уже доход в 1000 долларов. И на самом деле в интернете нет границ. Сейчас очень много людей, которые ищут работу. Очень много людей, которых сокращают. Очень много предприятий, которые закрывают. И всем людям надо где-то работать. И только от вас сейчас зависит, поднимете ли вы свою попу, да, и пойдете ли вы своей соседке, предложите участвовать в нашем проекте, зарабатывать классные деньги, путешествовать и создаться жизнью, либо вы будете дальше так сидеть, и какая-то ваша, там, не знаю, какая-нибудь ваша сестра там, ходит к этой соседке и это все предложит, да? Этот человек, понятно, он согласится. Почему? Потому что ему сейчас нужна работа. Не ленитесь, идите и скажите, предложите, даже пускай. А ей сейчас это не надо. Но поверьте вы мне, наступит тот момент, когда она подумает, вау, ну мне кажется, там какая-нибудь Катя предлагала, в принципе, неплохую подработку, да? Смотрю, там у нее там что-то получается, у нее какие-то денежки, да? В принципе, мне косметика нравится. И она придет к вам. Почему она придет к вам? Потому что когда-то вы ей сказали, и у нее это все осталось в подсознании, да? То есть если вдруг что-то случится, ей нужна будет подработка, она вспомнит про вас, а не сразу пойдет к тому человеку, который ей предложит что-то. Поэтому не упускайте эту возможность
именно зовите всех в этот проект, зовите всех в эту компанию, и мы вам предлагаем открыть свой онлайн-магазин. Потому что, если вспомнить, даже лет 15-20 назад люди не знали, что такое онлайн. Люди вообще не знали, что такое компьютер, да? Вы со мной согласны? То у нас люди стояли в очередях, да, для того, чтобы за что-то заплатить, что-то купить. Сейчас все это делает именно онлайн-система, интернет. Сейчас все. Для того, чтобы поехать купить какой-нибудь там телевизор, мы сначала смотрим в интернете, да? В принципе, даже не сначала, а вообще мы смотрим в интернете и там заказываем. Для того, чтобы заказать какой-то билет, куда-то выехать, то же самое смотрим в интернете. Для того, чтобы оплатить какие-то детские сады, школы, то же самое. Сейчас все делает интернет. Еще где-то год-два, и мы без интернета просто не сможем. Сейчас уже и ЖКХ все переходит на онлайн. Разные там налоги и все остальное. То есть сейчас все за нас делают. Если вы сейчас еще не освоили это все, берите и осваивайте. И у вас сейчас главная задача – это открыть свой онлайн-магазин. Переместить все свои покупки в свой собственный онлайн-магазин. Если вы раньше брали в супермаркетах соседних, да? А что мы брали раньше? Это, конечно же, сомнительное качество и безвозвратная трата денег. Почему? Мы не знаем, сколько этот продукт пролежал уже на прилавку. Сколько раз ему переклеили уже эту ценник и дату выпуска. Ну что, не так? Так, я часто с таким встречалась. Здесь не возвращают деньги. То, что у вас написано, там дисконтная скидка, там 5%, поверьте мне, эта цена уже вложена в этот продукт. И вы никакой скидки не имеете. И вы просто представьте, через скольких посредников проходит этот продукт для того, чтобы попасть на прилавок. То есть, если сейчас какая-нибудь там шампунь, который часто, да, вот мы звоним, и он говорит, ой, я лучше пойду в супермаркет, куплю, у нас там акция, шампунь там 20 тысяч, да? Вы знаете, если сейчас там шампунь 20 тысяч, пройдя через посредников, то как он вообще, ну, с какой ценой он шел в этот магазин? То есть он там рубль какой-то стоил. Ну и что вы купите за 1 рубль? Какую шампунь? А потом говорите, что волосы лезут и все остальное. Люди, одумайтесь, у вас есть классная компания, у вас есть очень высокий ассортимент продукции, у вас есть проверенная компания, компания, которая никогда не подводит и никто, в принципе, не вызывает сомнения. Теперь, если раньше вы брали в супермаркетах, теперь, конечно же, берите здесь, в своем онлайн-магазине. Это гарантированное качество, это широкий ассортимент. Открываешь наш онлайн-каталог, вы замечали, у нас, начиная от здорового питания, да, от витаминов и заканчивая аксессуарами. То есть в наших каталогах вы можете выбрать все, что угодно. И не надо вам ходить по этим разным супермаркетам. Здесь, конечно же, очень много скидок. Вы посмотрите, обратите внимание, каждый каталог новая скидка. Да сейчас я говорю, уже продукты стали ниже рыночных, да, то есть у нас в каталогах можно купить настолько дешевые продукты, если вы участвуете в разных распродажах, в акциях компании. Сейчас, да, классная акция, когда вы туалетную водичку вообще покупаете за 3 000. Ну что, это не сказка, это вообще обалдеть. Где вы вообще такую водичку? Хотя в каталоге она стоит 240 тысяч, 24 рубля. Выполняя условия, вы покупаете, ну, 3,30 водичку. Но это вообще. То есть, конечно же, не упускайте такую возможность. Подарите такой классный аромат. Сейчас у нас наступают рождественские праздники. Подарите своим знакомым, подарите своим подругам, соседям, подарите эту водичку. Они же не знают, за сколько вы купили. Она в каталоге стоит 24 рубля, да, вы ее купили за 3,30. Но поверьте вы мне, ей будет очень приятно. Почему? Потому что человек не соглашается с нашей, допустим, нашей компанией работать не потому, что он не хочет, а потому что для него это может быть дорого. Так покажите перспективы нашего проекта, перспективы нашей компании. Это, конечно же, разные розыгрыши. Это, конечно, доход, обеспеченный, который вам обеспечивает классное будущее. Поэтому, ребята, все свои покупки, все покупки своих знакомых мы переводим в свой собственный онлайн-магазин. Потому что суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Чем больше товарооборот, тем больше прибыльный бизнес. А откуда у нас идет товарооборот? От кого? От людей. Соответственно, чем больше людей будут покупать через вас онлайн, магазин через свой, тем больше денег вы будете зарабатывать.
То есть ваша работа – создавать поток покупателей в онлайн-магазин. Потому что каждый продукт имеет свои баллы. Каждый заказанный продукт, они, да, имеют определенное количество баллов. Ваши баллы и баллы группы, они суммируются за период каталога. Сумма всех баллов определяет вашу объемную скидку. Чем больше у вас баллов, тем больше вы заработаете денежек. Ну и согласитесь, вы один никогда не сможете продать столько продуктов, только для себя купить 100 человек. Правильно? Вот именно в этом задача и заключается. То есть ваша задача осуществить поток. Ваша задача организовать, именно создать поток покупателей, чтобы люди тоже начали покупать через онлайн-магазин. Вы, соответственно, будете от этого получать очень классные деньги, очень большие деньги. Смотрите, как это работает. Если мы, допустим, возьмем 200 человек, ну вот сколько в среднем тратит семья? Ну вот по моим среднестатистическим расчетам, семья где-то будет тратить 1300, да, 30 рублей. Но смотрите, если 200 человек, то есть 200 человек будет для себя покупать на 30 рублей, то есть 30 рублей – это самое необходимое, да? То есть, ну, там, шампунь, гель, там, тушь закончилась, еще что-то, да? То есть 200 человек покупает на 30 рублей, а товарооборот вашего интернет-магазина составляет 6 тысяч рублей, то есть, ну, по-старому 60 миллионов. Вы получаете 10% от организации товарооборота вашего интернет-магазина. То есть вы получаете сразу 6 миллионов. Надо просто сказать этим людям о том, что здесь выгодно. Каждый раз мы приходим в магазин, и мы видим потоки вот этих людей, которые постоянно ходят. Там больше 200 человек ходят. Там в день выходит где-то больше 1000 людей, которые проходят и покупают, да, в супермаркетах. Ваша задача для того, чтобы у вас просто было 6 миллионов, ваша задача найти 200 человек, 200 человек, которые минимум купят на 300 тысяч. Но эти же люди могут покупать не на 300, а на 600, на 900, на 1,5 миллиона, правильно? То есть чем больше они покупают, тем, соответственно, больше вы зарабатываете. И эти люди тоже, они будут у вас постоянно увеличиваться. У вас же не всегда будет 200 человек, вы же работаете, и количество людей у вас тоже увеличивается. 400, 600, да, через какой-то промежуток времени у вас будет очень большое количество людей. Самое главное, очень грамотно к этому подойти. Почему выбирать надо нашу компанию? Потому что наша компания уже, когда не первый год, именно и становится выбором года в косметической компании прямых продаж номер один. В 2015 году мы вот получили такую классную статуэтку, да, такую обалденную премии, и уже я очень рада тому, что в этом году, то есть 9 декабря, это совсем недавно, в Минске прошла 15-я юбилейная церемония вручения наград Международного фестиваля конкурса «Выбор года 2016». И компания «Oriflame Беларусь» в этом году получила сразу две награды престижной и популярной в Беларуси премии. Компания «Oriflame» объявлена победителем номинации «Косметическая компания прямых продаж номер один» и комплексный уход за лицом номер один. Также компания Oriflame получила специальную награду от организаторов конкурса «Выбор года» за неизменно высокое качество, высокий уровень работы и узнаваемость бренда. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы в самой классной компании. Это компания, которая уже не первый раз, когда завоевывает эти места. Уже 2 года подряд мы пользуемся самой классной продукцией, самой высокотехнологичной продукцией. Это компания, которая уже не первый раз доказывает именно свою популярность на белорусском рынке. Это компания, которая вновь и вновь становится лауреатом премии «Товар года». Бренд NoveAge победил в номинации «Эффективные средства по уходу за лицом», тем самым еще раз доказав свою инновационность и эффективность. Очень много людей, которые пользуются очень классными продуктами.
И вот именно серия NovAge, она заняла первые места вообще. Это бренд, это золото нашей компании, которое вот сразу после 12 недель вы сразу видите реально классные. Это, в принципе, после первого нанесения вы сразу видите обалденные результаты. Кроме этого, у нас есть такие классные продукты, как серия Wellness. Wellness-продукция, она очень высоко сертифицирована. Это продукция, которая именно и для деток, для маленьких, и для взрослых, именно для коррекции веса, для укрепления здоровья, витамины. И это продукция, которая продается сугубо через аптеку, имеет очень высокие сертификаты качества и, конечно же, тоже занимает первые места и становится номер один именно в премии «Здоровое питание». Здесь вы видите именно диплом, который получает Антон Тывольский, это ведущий контрольную закупку, да, то есть это человек, который получает вот такие классные, который выдает такие классные именно дипломы, именно за то, что наша продукция всегда является номер один. И в этом году то же самое, мы получили вот такой вот тоже классный диплом, мы стали лауреатом премии «Здоровое питание». Wellness-прокачка стала лучшим социальным проектом по здоровому питанию. А Wellness-пэк победил в категории «Витамины и БАДы». Заветную статуэтку от имени компании «Арифлейм» получила директор по поддержке ключевых категорий Юлия Фасеева. Это уже не первый раз, когда эта продукция завоевывает первые места. И мы должны гордиться, что в нашей компании можно не просто классно выглядеть, красиво выглядит, но еще и очень здорово выглядит. Это компания, которая позволяет нашей семье, нашим деткам именно обеспечить здоровое будущее, потому что здоровье – это самое главное. Самое главное для матери, когда ее ребеночек здоровенький. Сейчас очень сильно ходит, да, какая-то вирусная инфекция. Защитите себя, защитите своего ребеночка, берите самое лучшее. Я понимаю, когда в аптеку приходишь, и вам предлагают и алфавит, и все остальное, но вы же смотрите, смотрите на сертификаты, смотрите на качество, выбирайте, не жалейте денег, и это не самые дорогие продукты. Это продукты, которые реально позволяют вашему ребенку укрепить иммунитет, кости, глаза, да, зрение. Это продукция, которая позволяет вам укрепить здоровье и чувствовать себя очень хорошо. Не экономьте на этом, особенно у нас сейчас идут классные подписки, да, когда вы покупаете 3-4, вы получаете совсем бесплатно. Поэтому позаботьтесь о себе и о своих близких именно с нашей продукцией Wellness. Ну и, конечно, переходим к конкретным действиям. Что же необходимо делать для того, чтобы добиться результата в нашем проекте? Три простых действия, но при этом самые необходимые действия, которые необходимо делать, выполнять. Первое – это пользоваться продукцией. Покупать не в обычном магазине, а именно в нашем проекте, в нашей компании. У вас есть свой собственный магазин. Зачем относить свои деньги в чужие магазины? Если вы не будете пользоваться сама, либо сам, вы никогда не сможете рассказать о преимуществах этого продукта. Вы никогда не сможете рассказать, насколько он классный. Да, в принципе, человек, который придет к вам в гости, скажет, вот, мне предлагаешь идти к тебе в проект, да, работать, и пользоваться этой продукцией, когда ты сам этим не пользуешься. Ну, что не так? Так. Поэтому первое, что необходимо делать, это, конечно же, пользоваться продукцией именно своего качества. Второе, это приглашать людей в свою команду. Которые будут дублицировать вас. Вы приглашаете партнеров, вы его обучаете, вы их обучаете именно тем действиям, которые вас привели к успеху. Они повторяют эти действия, и вы приходите к классному, к успешному результату. Если вы не будете приглашать, у вас не будет организовываться товарооборот. Соответственно, вы не будете получать денежки. И третье – это обучение. Обучение – это очень важно, потому что института Арифлейм у нас нету, магистратуру нету, учились нету, да? То есть обучаемся мы в процессе работы, поэтому обучение – это очень важно. Если вы не будете обучать, вы не сможете людям дать четкую систему работы. Если вы не будете обучаться, вы не сможете контактировать с правильными людьми.
Потому что каждому человеку, у нас бизнес-отношения. Если вы не научитесь общаться правильно с людьми, у вас никогда, вы никогда не построите себе классный бизнес, быстро развивающийся. Поэтому три необходимые вещи, которые необходимо делать, да, пользоваться, приглашать и обучаться. Если вдруг какой-то составляющий у вас не будет, у вас бизнеса не будет. Почему? Потому что давайте вот даже посмотрим. Если вы будете пользоваться продукцией, да, будете обучаться, но вы не будете приглашать людей, что вы будете получать? Вы ничего не будете получать. Вы будете получать только от личного товарооборота своего интернет-магазина. От личного товарооборота. То есть сколько вы продадите, столько вы заработаете. Но поверьте же мне, вы не сможете обойтись только соседей для того, чтобы купить себе машину. Правильно? И именно поэтому у нас существует классная лестница успеха. Но для того, чтобы пойти по этой лестнице успеха, нам нужны люди, нам нужна команда. Вот, именно поэтому нам надо приглашать. Если вы будете приглашать и обучаться, но не будете пользоваться продукцией, то же самое, как я говорила ранее, вы не сможете рассказать, да, в принципе, люди вас не будут воспринимать как партнера, как директора, как спонсора, потому что вы сами этой продукцией не пользуетесь. Как вы можете рассказать о преимуществах этой продукции? Ну и то же самое, если вы будете пользоваться, будете приглашать, не будете обучаться, ну, какой с вас спонсор, если вы не сможете даже рассказать, как дойти до звания директора. Поэтому три составляющих необходимо, которые необходимо выполнять. И строить классную команду, команду партнеров, потому что, формируя именно свою команду, вы зарабатываете очень много, вы достигаете звания директора. И звание директора вы никогда не сможете сделать один. Нет, вы сможете сделать один. Но, поверьте вы мне, это будет нестабильный директор. Почему? Потому что выйти это на звание директора вы сможете один, сделавший товарооборот на 7500 баллов. Но вам еще надо продержаться 8 каталогов, да? И дальше тоже быть директором, тоже держаться и расти. И вы никогда не сможете осуществлять такой личный товарооборот. Поэтому для этого нам нужна команда. Рассказывайте людям о преимуществах этого проекта, рассказывайте о перспективах нашего проекта и растите, достигайте звания директора. А что такое директор? Первое, это, конечно же, премия. Это премия в 1000 долларов, которая выплачивается по курсу Нацбанка. Второе, это, конечно, ежемесячный официальный доход от 700 долларов и выше. Это те деньги, которые вы получаете за организацию товарооборота вашего интернет-магазина. Это участие в программе «Мой автомобиль», когда вам компания доплачивает деньги для того, чтобы вы взяли себе либо машину «Шкоду», да, либо потратили на свои собственные нужды. То есть здесь вы тоже, вам предоставляется свобода выбора. Конечно, вы можете пойти и взять «Шкоду» в новую, из салона. Компания у вас является и поручителем, и всем. То есть вы будете на брендованной машине ездить, вообще сказка будет. Поэтому не упускайте эту возможность. Это приглашение на 2 персоны на банкет директоров. Это такое мероприятие, которое, это незабываемое мероприятие. Это вот вы просто, когда там будете, вы почувствуете размах этой компании, признание этой компании. Когда вы красавица, вы идете по красной дороге, да, вам все аплодируют, вам все дарят цветы, конфетти, вы в роскошном платье. И у вас реально, вы плачете от того, что вы это сделали. А на сцене будет стоять таких же очень много людей. Но поверьте вы мне, и много людей, которые не будут стоять на этой сцене. Докажите самой себе, что вы это можете. Здесь директором может стать каждый. Каждый человек, который поверил в себя, поверил в свои силы и просто сделал. Делал, ежедневно делал действия, которые приближали его к этой конкретной цели. Но очень много людей, которые даже не попробовали, они забояли что-то изменить в своей жизни. И вот вы будете плакать от счастья за то, что вы это сделали. Вы поверили, и вы достигли этого результата. Это перспективы дальнейшего роста. Когда вы выйдете на звание директора, и если сейчас вам кажется 700 тысяч долларов, о, мне прийти, да, я вообще ничего не делала, вообще доход классный. Поверьте мне, когда вы выйдете на этот доход, вам захочется еще больше.
Потому что наша компания, наш проект нам позволяет еще больше зарабатывать. И вы будете смотреть на других людей, которые растут по лестнице успеха, которые получают 2, 5, 10 тысяч долларов. И вы будете смотреть и думать, ё-моё, они получают, а я что, не могу? И вы будете получать, и вы будете хотеть, и вы будете ставить уже другие цели, другие планки, будете эти планки достигать. Потому что наша компания нам дарит не просто Шкоду на уровне директора. Хотя раньше для того, чтобы получить Шкоду, надо было выйти на уровень бриллиантового директора. Да? Сейчас компания пошла, да, вот сделала для нас, для всех такой вот сногсшибательный, как это сказать, что машину Шкода, да, дает вообще подарок за то, что ты просто звание держишь, звание директора. И на самом деле вы выбираете сами себе ту машину, которая вам понравится. Достигая уровня там бриллианта, выбирай себе, бери себе Volvo, да, которую компания тебе дарит. Разные, Мерседесы. В общем, это сказка. Люди, вы просто подумайте, куда вы попали. Вы попали реально в сказку, которую надо поверить и просто делать. Я помню, смотрела вебинар, и один бриллиантовый директор, он достиг звания буквально за один год, звания бриллиантового директора. Как? Просто он посмотрел. Стояла, кажется, на тот момент Volvo, да, и он захотел себе такую машину. Она тоже стояла рядом, он посмотрел, в принципе, неплохо, посмотрел, что надо для того, чтобы получить эту звезду. Да, надо дойти до звания бриллиантового директора. Все, он поставил себе цель, через год он стал бриллиантовым директором. Поставьте себе такую цель, выберите ту машину, которая вам понравится, и идите к этой цели. Но кроме того, что вы дойдете и получите эту машину, вы просто подумайте, сколько вы получите премий, сколько вы получите званий, сколько путешествий, сколько денег и какая у вас будет зарплата. Поставьте просто эту цель. Компания, кроме этого, дарит нам классные путешествия. Это, конечно же, конференции. Конференции для менеджеров. Раньше для того, чтобы поехать вообще на какую-то конференцию, надо было выйти на уровень золотого директора, это минимум, да, для того, чтобы побыть на какой-то там конференции. Вот. Сейчас для того, чтобы побыть на конференции, компания дает эту возможность каждому менеджеру, менеджеру, не директору даже, а менеджеру. И сейчас у каждого из вас была такая возможность. В принципе, есть такая возможность, да? В первом каталоге открой звание старшего менеджера, директора, да, и у вас уже все, дорога открыта на конференцию в Болгарию. Поставьте вот плюс, кто квалифицировался на конференцию в Болгарию. У нас есть такие люди, кто квалифицировался и кто полетит в Болгарию? Которые, либо те люди, которые точно знают, что они в этом каталоге достигнут этого уровня и будут в Болгарии. Могу сказать, почему я так спрашиваю. Когда-то, то есть 2 года назад, я была на BMW. И на тот момент объявили первую вообще в мире, в истории нашего проекта, нашей компании конференцию. Эта конференция была в Египте. И я, сидевшая, как и все, да, на мероприятии, я поставила себе четкую цель быть на этой конференции, чтобы мне это не стоило. Я тоже была на тот момент, мне очень много не хватало для того, чтобы там быть. И я понимала, что это надо очень много поработать, но в подсознании, в мозгах своих я поставила себе эту цель. И как вы думаете, я там была? Ребят, дорогие мои, милые, конечно, я там была. Почему? Потому что каждый человек, который ставит себе четкую цель добиться чего-то, он, как бы ему тяжело не было, как бы ему трудно не было, через что бы ему пойти не надо было, он все равно идет к этой цели. Он четко идет к поставленной цели. Именно тогда я была на конференции в Шарм-эль-Шейхе. Такую сказку, которую я получила там, это сказка непередаваемая. Почему? Потому что, во-первых, до нашего проекта, до нашей компании вообще Oriflame я никогда не видела море. Я никогда не летала на самолете. И я вообще за границей никогда не была. И для меня то, что... И
для меня то, что подарила мне компания, это для меня было непередаваемое удовольствие. Я заплатила только за то, чтобы доехать до аэропорта. Все остальное на себя взяла компания. Самый классный отель, самые классные вечера, вечеринки, галоужины, тусовки, питание. То есть, ну такой размах, ну никогда такого я еще вообще не видела. И поверьте вы мне, первый раз Шарм-эль-Шейх вообще собрал такое количество людей. 2000 участников было именно на этой конференции. Правильно, были еще в отеле, ну, можно по пальцам пересчитать столько людей, которые просто приехали отдохнуть, да, с семьей. Но после этого, когда они выходили и говорили, а что это у вас вообще такое, ну, первый раз вообще такое видим. Это настолько такая организация классная, говорит, у вас такие вечера обалденные, говорит, мы сидим и слюной захлебываемся. И мы так говорим, что это нам все дарит компания, да, это наша работа, это то, что дарит наша работа в признание за то, что мы делаем. Люди просто реально, они не могли в это поверить, какая работа это вообще дает, такое мировое признание. На меня на одну компания потратила 1200 евро, на меня на одну. Вы знаете, сколько денег, а 2000 участников было. Компания не жалеет ни одной копейки для вас. Компания делает все. Но от нас задача просто тоже что-то делать. Компании все равно, какой у вас возраст, какое образование, вообще кто вы. Если он видит в базе, да, проходит, что вы, ваша команда там организовывает классный товарооборот, то компания вас благодарит. Очень часто встречаешь на менеджерской конференции, сейчас девчонки вот были на бизнес-ланче, и я на конференции, я тоже видела такого человека. Когда человек колясочник, и она достигла, и она находится на этой конференции, она это сделала. Да, который очень плохо разговаривает, который отклонения есть какие-то. У вас руки, ноги, голова, язык, у вас все есть. Так почему кто-то ездит на конференции, отдыхает, а кто-то сидит и дальше говорит, здесь что-то не работает? А кто говорит чаще, что здесь что-то не работает? Те, кто на самом деле даже не попытался встать и сделать шаг к своей мечте, к своим целям. Эту сказку, которую мне подарила компания, я реально и не забуду. Я хочу каждый год быть в такой сказке. Меня никогда никто не переубедит в том, что здесь не работает, и что-то здесь не работает, и все остальное. Никогда, потому что я увидела. Я увидела, что здесь все работает, все получают, и очень много получают. И то, что обещают, все люди дарят. 2000 шаров с своими мечтами, вот все мы отпустили в небо. Какая красота, да, была? Каждый вечер у нас были организованы какие-то вечера. Вот здесь, сейчас вы увидите, именно вечеринка в египетском стиле, когда все были переодеты в каком-то там египетском стиле, в одежде какой-то египетской, да? И все мы отдыхали классно. Руководство даже само было одето в египетском стиле. То есть у них нет такого полномочия, да, что если я начальник там, либо еще какой-то там, значит, мне надо при костюмчике быть. Да, при костюмчике они ходят, они всегда приезжают, да, на какие-то мероприятия, на большие мероприятия, они всегда в красивом виде, при костюмчике. Но если все отдыхают, если они дали задание, да, всем одеться в египетский стиль, всем классно выглядеть именно в стиле тусовки, то и они так одевают, они такие же, как и мы. И они благодарят, и все, и компания благодарит за то, что мы просто делаем элементарные вещи. Все делают одинаковые действия. Здесь нет такого, что вы делаете одни действия, а тот человек, который закрывает по 10 званий в год, он делает другие. Нет. Все делают три простых действия. Что они делают? Они покупают для себя, рекрутируют и обучаются. Три простых действия. Но просто здесь смысл от количества. Кто-то делает это час, кто-то это вообще не делает. А кто-то это делает хотя бы 5-8 часов в день. И именно от этого зависит результат. У кого-то этот результат 5 званий в год, а у кого-то за год ни одного звания.
Поэтому, ребята, вперед! Такую сказку, которую дарит наш проект, ну, это непередаваемая сказка. В этом году тоже наши Лена Рокочая, Аня Козловская ездили в Сочи, и Оля Мельникова, новый директор, ездили в Сочи отдыхать тоже на менеджерскую конференцию. Тоже красивое, красивое место, да, и компания на самом деле тоже к этому подошла очень серьезно. Поэтому не теряйте, у вас сейчас Болгария, у вас сейчас на носу Болгария, сейчас делайте все. У кого-то там 15%, 18%, вы смотрите, еще полторы недели впереди. Но вы же сделали этих 15-12, но неужели вы не можете повторить этот же результат? Можете, вы все можете, вы очень сильные, вы очень целеустремленные. Если вы пришли в наш проект, вы что-то хотите, тогда добейтесь этого. Получите, вы увидите уже сразу, насколько классный этот проект. Уже очень много людей, которые достигли результатов, которые получили уже свои первые вознаграждения. И вот посмотрите, с какими чеками просто стоят люди. 560 тысяч долларов, да, 32, 4, 6, 3. Но это ж не просто так их поставили, да, постойте, а мы вас сфотографируем. Это люди, которые дошли до этого уровня, это люди, которые получили эти деньги. Знаете, какие премии компания выплачивает? Просто поставьте себе цель. Цель поставьте, где вы хотите быть. Сколько денег вы хотите заработать. Мы с вами находимся в самом классном проекте. Потому что этот проект основали топ-лидеры нашей компании. Это Лена Рокоча и Денис Бирюков. Эти люди, которые дают нам четкую систему. Эти люди, которые делятся своими опытами, своими навыками, своими знаниями. Для того, чтобы мы повторили эти же действия и чтобы нас тоже привести к этому доходу и к этому результату. Но эти люди тоже не сразу пришли и получили 6 тысяч долларов и вышли на звание бриллиантового директора. Эти люди тоже пришли и были консультантами. И только со временем, да, тоже ступенечка за ступенечкой достигая, они дошли до этого уровня. И сейчас у нас очень сильные лидеры с вами. Главное слушать и слышать этих лидеров. И учиться у этих лидеров. Эти лидеры, которые очень много людей уже привели к классному результату. Вы посмотрите, вот сейчас я буду щелкать, те люди, которые только в нашем проекте, в проекте «Территория роста» получили эти классные премии. Аня Козловская, которая сразу получила и 1500-2000 долларов, сразу закрыла два звания, и сейчас открыла еще одно звание старшего золотого директора, тоже молодая девушка. Это эти люди, которые в нашем проекте, здесь только директоров, Марина и Дима Городенко, Тамара Семеновна, я с мужем. Лена Левша, Катя Дробицкая, Алла Болдырева. Эти люди, которые поверили и дошли до этой ступенечки, эти люди, которые просто шли и просто элементарно делали. Да, Наташа Бирюкова, Зина Сафонова, Света Парфенон. Посмотрите, вот на самом деле возрастная категория вообще разная. То есть это говорит о том, что в нашем проекте может стать директором каждый. И не важно вообще, сколько вам лет и где вы работаете и работали. Главное, чтобы вы хотели. Это банкет директоров, который проходил в этом году, да, очень много директоров, очень много новых званий поздравляли, да, это на самом деле это признание на мировом уровне. Компания благодарит за то, что вы просто делаете. Благодарит так, что, ну, на самом деле, в самом классном месте. Вот здесь мы поздравляли своего нового директора, Ольчика Мельникова. В самом классном месте, в самом дорогом, там звезды эстрады выступают перед вами, то есть это в классном, красивом платье. Скажите, вот когда вы выходите, и когда вы вообще выходите и одеваете классное платье в пол, именно тогда, когда вам надо, да, пойти на какую-нибудь свадьбу, либо на юбилей, а в остальных случаях. А если, допустим, 5 лет у вас не будет ни у кого ни свадьбы, ни юбилей, 5 лет вы не оденете это платье, правильно? Наша компания это позволяет выглядеть классно, одевать классное платье, шикарное платье, и просто быть в центре внимания, быть звездами. И именно поэтому у нас есть вот такая вот классная лестница успеха.
Лестница успеха, где сам, каждый из вас сам выбирает, где ему быть и через какой промежуток времени быть. Потому что именно за 18 месяцев, то есть он получается за полтора года, уже больше 6 тысяч директоров и выше стало. 6370 директоров за полтора года. Это не один директор, не два, не пять, даже не 100, да? А 6370. И только от вас сейчас зависит, будете вы следующим директором, либо вы дальше будете сидеть и ничего не делать. Посмотрите, сколько бонусов компания заплатила, сколько выплат компания сделала. Это компания миллиардер. Это компания, которая платит очень высокие премии, выплаты. Она вообще очень много денег отдает людям за то, что они просто делают элементарные вещи. Вознаграждает за то, что люди работают. Даже здесь нельзя сказать, что работают. Люди получают удовольствие, люди за это получают деньги. Вы в нужном месте, вы в самом классном проекте. И если сравнить сетевой маркетинг и работу по найму, то мне очень нравится вот эта вот картинка. Когда у вас, когда вы работаете на госработе, у вас как жизнь проходит? Вот вся жизнь как проходит? Дом, работа, дом, работа, дом, работа. Вот и жизнь прошла, вот и 20, 30, 50 лет прошло, да, тут и пенсия, и все, то и жить не хочется. А как работа проходит? Когда вас постоянно пинают, толкают, унижают, оскорбляют, сокращают. Вот так вот жизнь проходит у вас на работе. Вы просто вспомните свою, где вы работаете и как у вас все это проходит. Если вы молодой специалист, и вы пришли, вам будут говорить и угнетать, и что вам только не будут делать для того, чтобы вы быстрее ушли и нашли другую работу. А если вы уже женщина со стажем, да, вы сидите там, вам будут говорить, скорее на пенсию собираются, потому что молодежь не работает. И вам постоянно это будут говорить. Если сравнить именно с сетевым маркетингом, когда здесь постоянно есть поддержка, понимание, сопровождение, вам везде подскажут, вам везде помогут. И у каждого из вас, у вас есть этот выбор. Выбор между бытовухой и выбор между машинами, дачами, путешествиями, отдыхом, семьей. Этот выбор есть у каждого. Вы просто сядьте и задумайтесь, что изменится в вашей жизни через 3, 5, 10 лет, если вы также останетесь сидеть на своей работе, там, либо сидеть и ничего вообще не делать. Вы хотите изменить классное, подарить будущее своей семье, но при этом вы не хотите ничего для этого сделать. Но не бывает такое. Но не падает с неба деньги. Надо хотя бы для этого что-то сделать, для того, чтобы подарить это классное будущее. Если вы сейчас в декретном отпуске находитесь, у вас есть целых 3 года, да, у кого-то там 2, у кого-то год остался уже, и вам надо выходить из декретного отпуска. И вы в подсознании-то понимаете, что вы не хотите идти туда, вы не хотите идти на госработу. Но если вы туда не хотите идти, почему вы ничего не делаете? Вы просто сделайте. Первый раз всегда страшно. Где-то что-то не получилось, сразу, да, руки опускаются. Но это везде так. Вы просто сделайте, повторите попытку, поднимите свои руки и идите дальше. На самом деле интернет, он предоставляет безграничные возможности по строительству своего бизнеса. Ваша задача просто начать действовать. И начать действовать прямо сейчас. Успех приходит, когда возможность встречается с желанием. Мы сейчас вам даем классную возможность. Возможность классно жить, путешествовать, отдыхать, получать очень хороший доход, уделять время своей семье, наслаждаться жизнью, подарить своей семье и себе классное будущее, обеспеченное будущее. От вас сейчас требуется только одно желание. Желание захотите вы это все получить,
Либо вы не захотите. Но если вы захотите это получить, так возьмите, встаньте. Идите. Идите туда, где вас ждут слава, свобода, звания, премии и путешествия. Спасибо вам большое. С вами была Оксана Чернова, проект «Территория РФ».